Армении армия не занимается переворотом. Думаю, что начальник генштаба выразил свое мнение от имени всех командиров. Об этом в беседе с Постинфо заявил начальник генштаба Армении в 1992-1995 годах, исполняющий обязанности министра обороны Армении в 1993 году генерал-лейтенант Нарат Тёр Григорянц, прокомментировав сложившуюся в Ереване ситуацию. Говорят, послушайте, ваш премьер-министр не только опозорил все государство и армян во всем мире, не только сделал все, чтобы произошла война, но и во время войны позорно, хаотично, неорганизованно и бездарно руководил системой, а сейчас продолжает отстранять всех офицеров, которые служат верой и правдой, но имеют определенные недостатки. У каждого человека, даже Иисуса Христа, есть недостатки, сказал генерал-лейтенант. Он продолжает освобождать от должности офицеров, что является оскорблением в адрес армии, а также спустил авторитет армии до уровня плинтуса. Его дальнейшие действия могут привести даже к потере государственности. Враг, наблюдая за потерей авторитета армии и государства, сразу же зайдет на Северный проспект победным шествием, добавил он. Подпишитесь на наш канал Будро Ньюс и будьте в курсе всех событий.